Культурная столица Югры, этот статус прочно закрепился за Когалымом. Большое разнообразие – музеи, театры, выставки, концерты. Давайте узнаем, какие культурные учреждения посещают наши горожане. Какие культурные учреждения посещаете? Музеи, театры? Кинотеатры. Музеи, выставки не посещаю, конечно, но один момент был там, посещал вот, малый театр. Ну, понравился, красиво, да. Галактика. Сколько Галактика, там кинотеатр есть. Вчера ходили в Золотую ленту, в Сибирь ездили. Открытие Золотой ленты были. Ну, еще вот раньше я ходила во дворец спорта. Много очень. У нас театр вот рядом, малый, филиал малого. Также у нас театр «Мираж». Музеи у нас два их. Что еще? Ну, «Галактику» можно культурно-развлекательно приписать. «Феникс». Там часто всякие ну, кинопоказы. Театр, например. Ну, все. Что из последнего смотрели? «Вишневый сад». Ну, я не помню, давно это было, если честно. «Три богатыря». Ваше впечатление? Мне понравилось. Из последнего посмотрел постановку в театре «Мираж». Кинопоказ посмотрел, «Небо» фильм называется. Вот «Под открытым небом» у нас это, кинопоказы были. В первую очередь, что посоветуете посмотреть? В первую очередь? Ну, конечно же, сходить на спектакли. Ну, это музей наш, театр тоже малый. Ну, в «Галактику» на фильмы идти, по Пушкинской карте, например. Посмотреть сразу же стоит современный театр, современные спектакли театра «Мираж», где каждый человек от нефтяника до дворника, до административного рабочего может прийти, обучиться мастерству, этому искусству. Ну что ж, как мы выяснили, когалымчане с удовольствием выбирают культурный досуг, погружаясь в атмосферу истории и искусства. Камила Гильманова, Евгений Скляров. События.